Новости бизнеса. 20 декабря открылся новый цех поглощающих аппаратов на предприятии «ВагонМаш». В этот же день было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве. С новостями Железногорска Анна Колганова. Современные предприятия, выпускающие инновационную, конкурентоспособную продукцию – залог модернизации промышленности. Наглядный пример – железногорский «ВагонМаш». Там открыт новый цех поглощающих аппаратов. Они – визитная карточка не только завода, но и машиностроительного комплекса всей Курской области. География партнерских связей предприятия не ограничивается только нашим регионом. Работаем практически со всеми поставщиками не только Российской Федерации. Также осуществляем поставку комплектующих из Америки. Новый цех позволит увеличить объемы производства. В год планируют выпускать до 200 тысяч поглощающих аппаратов. Специалисты отмечают, именно эти детали обеспечивают эффективную защиту вагонов и перевозимых грузов. Я сегодня первый раз нахожусь на этом предприятии. Все-таки у меня было такое впечатление, что сейчас зайдем, мы увидим где-то кувалду, увидим где-то что-то, потому что на самом деле энергоемкое, трудоемкое такое предприятие. А когда зашли, мы видим с вами, что люди спокойно, все стоят на местах, работает больше того оборудования, которое сегодня находится в этом цехе. В следующем году инвестиции в производство составят не менее 100 миллионов рублей. Это обеспечит не только развитие предприятия, но и рост отчислений в областной и местные бюджеты. На заводе трудится более 1000 человек. Только в этом году рабочие места получили 210 железногорцев. Для коллектива подписание этого соглашения – это, конечно, гарантия того, что, во-первых, будет повышаться заработная плата на то, на что администрация обращает особое внимание, и профсоюз, конечно. На чем на этих пунктах они настаивают всегда, значит, очень, так скажем, настойчиво. Подписанное соглашение о сотрудничестве между администрацией области, Федерацией профсоюзов и руководством предприятия определило позиции сторон на среднесрочную перспективу. Это гарантия стабильного развития, улучшение условий труда плюс участие инвесторов в социальных проектах региона. Анна Колганова, Владислав Ковтонюк, телеканал «Сейм».